Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами Марина на канале Мои 6 соток. И сегодня я вам расскажу рецепт приготовления теста для чебуреков. Итак, что нам потребуется? 100 грамм размягченного маргарина комнатной температуры. Мука 2 стакана, 2 яйца, 1 столовая ложка сахара и 1 столовая ложка муки. 250 миллилитров теплой воды. Итак, приступим. Итак, уважаемые подписчики, я добавила 2 яйца, ложку соли столовую и ложку столовую сахара. Это все я перемешиваю. После того, как я смешала яйца с солью и с сахаром, я беру маргарин, 100 грамм размягченного маргарина и 2 стакана муки. Я просеиваю. У меня есть специальная такая чашка, с помощью которой я это дело все просеиваю. Маргарин я растираю с мукой. Итак, я смешала всю муку с маргарином. Далее в наши яйца, соль и сахар я ввожу 250 миллилитров теплой воды. Это все я размешиваю. И я должна соединить жидкую массу с сухой массой. Постепенно ввожу жидкость. Перемешиваю. Я смешала наши ингредиенты и вижу, что тесто жидковатое. Следовательно, нужно добавить еще муки. Наше тесто должно получиться не очень крутым, но и таким, чтобы его потом впоследствии можно было раскатать. После того, как мы замешаем тесто, я оставлю его на час подходить. Итак, я добавила муки, чтобы у нас получилось эластичное тесто. Вы сами уже смотрите на свое усмотрение, сколько муки нужно добавить. Ну вот примерно вот такой консистенции оно должно быть. Оно не должно быть крутым, не должно быть слишком жидким. Эту консистенцию мы хорошо вымешиваем и оставляем на час подходить. Далее, каким образом я буду делать чебуреки, вы сможете посмотреть в следующих видео. Также в следующем видео вы увидите, каким образом нужно замесить фарш для чебуреков. Это является огромной основой для того, чтобы чебуреки получились как покупные. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Кто не подписан на мой канал, подписывайтесь. И всего вам доброго и до новых встреч. Пока-пока!